Всем привет! Давно не делали никаких подборок аудиосистем. Давненько я проводил опрос в нашей группе ВКонтакте «Автостиль Арзамас». Вы проголосовали, что нужно собрать систему за 40 тысяч рублей. И сегодня мы соберем аудиосистему на компонентах Pride. Давненько, видать, да, было голосование? Вот 25 апреля я выложил пост. То есть... аудиосистему с каким бюджетом вы хотите увидеть в следующем видеообзоре. Ну вот прошло немножко больше месяца. Дело в том, что не было времени, то не было компонентов, то у нас только все приезжало, мы сразу продавали, отправляли. В общем, почти половина всех проголосовавших, 49,8%, определились с тем, что ну, нужна вам система за 40 тысяч рублей. Источником звука я выберу магнитолу Pioneer MVH-S100UI. Это одна из самых доступных, самых бюджетных магнитол. У нее есть небольшое преимущество, что у нее есть две пары линейных выходов. То есть это нам даст возможность разрулить и правильно отфильтровать все необходимые частоты. Но все необходимые регулировки можно с нее сделать. Из плюсов флешка на передней части. Поддерживает формат FLAC, отлично дружится с iPhone, с iPod, и ну, нет Bluetooth, ну и не нужно. Если нужен Bluetooth, то можно немножко добавить в районе 4000 рублей и взять 580-й Pioneer. Стоимость Pioneer 4250 рублей. Так, вот есть модельки подешевле, UBA, UBG, это самые бюджетные, они стоят 3000 рублей, а нам нужен S100UI. Кстати, нам пришли каталоги SWAT. Сейчас я вам покажу небольшой нюанс. Получили новые каталоги SWAT. Каталог 2018 года. Вся необходимая продукция, цанги, провода, конвертеры, все. Но самое интересное, на что я обратил внимание, это подключение звуковых катушек и их коммутация. Ребят, если кому-то надо, при отправке сделайте пометку, я вам положу, у меня их много. Но я нашел здесь один маленький косяк. Смотри, последовательное подключение катушек. Если вот так вот подключите, да вашему силку однозначно. Ну, удобно и так вот. А многие спрашивают, как запараллелить динамики или как подключить несколько динамиков на один канал. Вот все, все наглядно, все просто. Усилители на самом деле выбор широкий. У нас, кстати, вот кто в магазин редко заходит, я вот хочу похвастаться. У нас вот есть вот такой ежик, то есть вся продукция Edge, ну не вся, а часть продукции охраняется вот этим маленьким таким ежиком с оранжевым шарфом. Фартовый, кстати, чувак. В качестве фронтальной акустики мы выбираем Pride Ruby. Я ребят специально попросил, чтобы они убрали с витрины. У нас осталось на данный момент последняя пара, но у нас они в приходе стоят. И вот как раз на момент снятия обзора, чтобы она была хотя бы для образца. Наклейка, гарантийный талон, сетки в комплекте. Ну, динамики не требуют рекламы. Хорошие, надежные, громкие, с хорошим звучанием. Пищалку для этих динамиков я бы посоветовал либо P-Audio 407 модели, это на Ferriti, еще на неодиме 407N, либо Dynamic State NT80. Поскольку у Pride нету в модельном ряду пока своих пищалок, вот одну из этих, давайте P-Audio возьмем, она посочнее играет. Ребята, у нас в продаже
появились такие рамочки. Очень ярко светится. Некоторым мы делаем их в подарок. Для того, чтобы запитать пару 16-х динамиков и пару пищалок, нам необходим усилитель. Усилитель я возьму Pride Quattro. У него мощность порядка 75 ватт на канал. Хороший, добрый, с развитой фильтрацией. Все необходимые регулировки на борту усилителя. Фильтр высоких частот, фильтр низких частот, переключатель, который позволяет выбрать фильтр и уровень. А с другой стороны терминалы винтового типа, акустический терминал. В общем, все необходимое. И по мощности нам подходит, и по бюджету подходит. Этот усилитель стоит 5990 рублей. Одна пара каналов усилителя будет работать на 16-сантиметровую акустику, другая пара каналов будет работать на пищалке. Это называется поканальное усиление. Мы вот совсем недавно для Lada Priora верхнюю часть батонов выполнили вот такие подиумы. Это а-ля Ставрополь. Александру Харченко привет. Это я у него увидел такое оригинальное решение. В чем преимущество такого исполнения? Нижняя часть двери, она очень дорогая в обтяжке, в изготовлении. Она вообще остается неизменной. А вот верхнюю часть, 16-й динамик и рупор, это одна из самых популярных компоновок. Плюс к тому, что рупор мы будем ставить либо в уголок зеркала, либо вот так вот верхнюю часть батона. Здесь мы убиваем несколько зайцев сразу, экономим деньги, и звук получается лучше за счет того, что среднечастотный и высокочастотный динамик, во-первых, они рядышком, а во-вторых, они очень высоко, ну и ближе к уху, так скажем. Для того, чтобы уложиться в бюджет, у нами был обозначен бюджет 40 тысяч рублей. Я выбираю сабвуфер Pride LP серии. Достойный динамик, стоит 5000 рублей, 4990, если быть точным. Имеет сдвоенную звуковую катушку, пружинного типа терминалы, пусть штампованные корзины, но звук у него очень собранный. И за свои деньги он играет на 5 баллов. Мощность у него 450 ватт. Усилитель на этот динамик выбираем Pride Uno Plus. Его стоимость 8490. Такой компактный малыш. Имеет мощность немножко даже выше, чем этот сабвуферный динамик. Мощность этого малыша 800 ватт в 1 Ом. Это заявка производителя. Терминалы также на шестигранниках. Имеется вся необходимая фильтрация. Дистанционный регулятор бас, что позволяет регулировать. И не залазя в глубокие настройки магнитолы. Удобный, компактный. Он даже может раскачать более мощный динамик. Я специально взял его, поскольку должен быть запас у моноблочного усилителя, который работает на сабвуфер. Итак, ребят, все компоненты я выставил на столе. Это у нас твиттеры, 16-сантиметровые среднечастотные динамики, усилитель на фронт, усилитель на сабвуфер, 12-дюймовый сабвуфер, головное устройство. Здесь не хватает проводки и сабвуферного короба. Короб будет на 160-й трубе, фазоинверторной, с логотипом «Автостиль», рассчитан под этот динамик и под ваш автомобиль. Для того, чтобы это дело все подключить и чтобы это все запело, нам необходимо много проводов. Вот об этом немножко поподробнее. Поскольку на магнитоле у нас две пары выходов, одну мы назначаем на сабвуферный усилитель, которая изначально идет rear дробь SW. То есть мы можем оставить ее как на тыл, так и на сабвуфер. Там в настройках магнитола это меняется. А другую пару мы через Y-разъем. Y-разъем — это межблочный кабель, который делит RCAC сигнал на две пары каналов. То есть в итоге нам нужно всего две пары RCAC кабелей и один Y-разъем. Это что касаемо сигнальных кабелей. По силовой проводке. Силовой кабель промышленный PV-35, это чистая медь, 35 квадратов. Плюс непосредственно пойдет с плюсовой клеммы
аккумулятора минус пойдет, соответственно, также с минусовой клеммы аккумулятора. То есть нам необходимы наконечники. Это медные наконечники, луженые. То есть нам их нужно будет два штуки, на плюс и на минус. Для защиты кабеля от короткого замыкания, от пробоя, от, мало ли там может что быть, там от возгорания, защищаем цепь обязательно предохранителем. Под этот кабель достаточно 100-150 ампер, ну, кто какой ставит. Если согласно правил автозвуковых соревнований, к примеру, взять, ну, любые правила, там РАСКО, АМТ, ЭММА, там есть таблица, и под кабель 2Г пред, по-моему, ставится не более 150 ампер. Но поскольку кабель ПВ-35, он немножко тоньше, ну, и 100 ампер спокойно не держит. Для того, чтобы разветвить силовой кабель на усилителе, нам необходимо два дистрибьютора. Один на плюс, один на минус. Ну и в качестве акустической проводки я беру медную проводку SWAT. Это сейчас новая у них моделька, эксперт серия. Бескислородная луженая медь. 1.5 квадрата достаточно будет для этой системы. Нам надо будет порядка 20 метров. 5 метров до одного динамика, 5 метров до другого. И, соответственно, также на пищалке. То есть 20 метров, возможно, уйдет меньше, но лучше в запасе, когда есть полметра лишнего кабеля. Это лучше, когда не хватает 5 сантиметров. Приходится либо напаивать, либо наращивать там. Но не надо этот вот трипер ненужный. И для того, чтобы поставить динамики, нам необходимы кольца. Кольца из фанеры, из 18-миллиметровой фанеры, для жесткого и мощного крепления динамиков. Здесь я еще не положил саморезики для крепления, но они тоже посчитаны. Я сейчас распечатаю бумажечку, распечатаю накладную, и в ней уже все будет понятно, что, как, почему. Общий бюджет этой аудиосистемы составляет 43 840 рублей. Первым 5 покупателям, которые закажут и оплатят эту систему, мы своими руками сделаем установку бесплатно в нашем установочном центре. Но вы должны понимать, что работы по шумоизоляции будут оплачиваться отдельно. Также в дальнейшем мы будем практиковать такие моменты по бесплатной установке, начиная от определенного бюджета и на определенные системы. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете их задать нам ВКонтакте, либо позвонив по телефону, так получается все-таки быстрее. Данную систему можно поставить практически на любой автомобиль. Будь то отечественный автомобиль, будь то иномарка, взять там, ну, самые популярные, какие у нас, Kia Rio, Corolla, Solaris, без разницы, там, Toyota Camry. То есть магнитолу можно поставить либо в бардачок, к примеру, как в Honda Accord мы раньше делали, в подлокотник, либо под сиденье. Вариантов на самом деле масса. Я прикреплю несколько видео готовых решений, когда люди не заморачивались, просто это все ложили в бардачок и на проводах все подключали. То есть у них, по сути, два источника звука в автомобиле – штатная и нештатная магнитола. Если вы будете устанавливать сами, при заказе этой системы мы сделаем скидку, и она будет стоить ровно 40 тысяч рублей. Ребят, ну давно никому не секрет, что уехать она может в любой край России, в страны ближнего зарубежья. Мне постоянно пишут, что можете мы отправить в Казахстан, либо в Белоруссию. Можем. Пишите. Ну, единственная доставка стоит немножко дороже, чем в черте Российской Федерации. Оставляйте свои комментарии. Пишите под видео свои отзывы. Делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал. В скором времени, возможно, мы увидимся именно с тобой на соревновательной площадке в твоем городе, либо в следующих видео. Всем пока, двигайтесь с музыкой.